Привет-привет! Сегодня привет. С вами опять кто? Егор и Алиса. И кто еще будет помогать вам? Пушинка. Котенок Пушинка. И что вы сегодня будете делать? Машу. Маша. Что там такое? Маша и медведь. Что это такое? Ну, это такой мультик. Это, ну, мультик. Мультик, правильно. А это что такое вы будете собирать? Аппликацию? Да. Ну, давайте смотреть. Егор, открывай. Что это за аппликация такая? Пленка. Что? Пленка. Пленка? Ну, сейчас Егор откроет пленку и посмотрим, что там. Инструкцию Егор прочитает. Так. Ой. Так, давай. Алиса уже какие-то детали вытащила, да? Это я вытащу. Ой, сколько тут интересных деталей. Сейчас Алиса будет цвета называть по-русски и по-английски, да? Так. Ой. Это что Маша, такое? Это голова. Голова? Да, это основа, наверное, да? А что да. там еще есть? А, это тоже. Так, ну-ка, Егор, прочитай внимательно, что там нужно делать. Да. Инструкция. Инструкция сзади, по-моему, написана. Да. Смотрите цветную картинку и набор цветных деталей. Ага. Позвольте ребенку самостоятельно выбрать, что приклеить вначале, а где клеить. А не это, она клейка и основа. Там пленку будешь снимать и клеить. Один. Объясните последовательность создания объемной картинки, если ребенок ошибается. Белый. Можно отклеить и попробовать приклеить еще раз. Обращайте внимание ребенка на готовую картинку на упаковке. Просите ребенка называть цвет деталей, которые ему потребуется, так это он сделает. Называйте вместе большая она или маленькая, куда приклеиваем, что получается, обязательно ухвалить ребенка. Ну, будем, конечно, вас хвалить. Поставьте готовую картинку. Это все точки выдали, можно? Поставьте готовую картинку на самом видном месте. Ну, все, это будем делать. Так, вы поняли смысл? Так, подожди, Алиса, давай, называй цвета, какие здесь есть. Красный цвет. Красный. Молодец. Белый, молодец. Молодец. А я помню, куда вот эти вот надо. Так, вы поняли смысл, как делать? Да. Вот картинка, да? Угу. И на этой картинке рисуночек. И вы находите вот точно такие же вот фигурки. Ну, как бы руками выдавливаете оттуда, снимаете клейкую пленку и туда... Алиса! Так, вот Алиса уже бабочку. Давай, Егор, тогда ищи бабочку и бабочку приклеивай на это место. Да, на место бабочки. Вот. Вот она. Точь-в-точь, чтобы подходила. Yes. Алиса, подожди, пока не отклеивай, потому что клей там будет, наверное, засыхать. Ну, все, попал на бабочку, да? Она совпала? Почти, да. Ну и все, красиво. Главное, чтобы совпало. Так, ну вы поняли смысл, да? Да, дальше, пока не надо больше. Ну, пускай, может, Алиса тебе что-нибудь найдет, отклеит, а ты будешь приклеивать. Ну, куда это клеить? Этот рамки. А, это рамки? Оп. Все, готово. Готово. Ой, как быстро. Ну, Алиса быстрее даже, чем Егор сделал, да? И Да, и киса, котенок Пушинка смотрит, как вы делаете, да? Алиса нарядила Пушинку, смотрю, какие-то украшения наделала, да? А это Маша. Да. Правильно. Так, ну что там у вас получается? О, здорово. Так, Алиса опять приготовила Егору. Так, Егора вылазит, давай заново тогда переклеивай, чтобы ровненько это было. Подожди, тебе Егор все скажет, потому что смотри, он не успевает клеить. Ты так быстро ему готовишь фигурки, и он не успевает. А это уже не крепляется. Это уже значит, аккуратнее нужно первый раз делать, чтобы по краям, чтобы за края не выходило. Ой.
Так ты второй рукой держи. Это на край и то на край. Так. Так, Егор у нас никак попасть не может. Попал. Попал. Так. Ну, наконец-то. Попал. Более-менее. Все, и пальцем теперь проведи по ней, чтобы она везде приклеилась. Так. Что у нас получается? Так, это лишние бумажки, да, получается? Так, сейчас Алиса будет Егору опять что-то отклеивать, да? Вот это. Это какого цвета у нас? Пепел. Пепел. А по-русски? Пинк. Ну, здравствуй. Пепел. Пепел. А по-русски? Не знаю. Ну, фиолетовый. Фиолетовый. Я Машу отклеила еще. Так, вот у Егора у нас уже рамка получается. Что будет получить? Все. Сердечко, которое я. Сердечко я уже выклеила, смотри. Да. Ну ты подожди, рано так не это не снимай, потому что Егор-то, вон видишь, он не успевает за тобой. Наша ее. Сейчас Егор когда сделает вот эту рамку, потом будете делать сердечки, да? А куда у нас Алиса делась? Спряталась? Нету Алисы? А зачем ты отрываешь? Там кусочек был, смотри. Кусочек был? Да, кружок. А, кружок? Да. Я так сама бурнула густо. Так, сейчас с другой стороны осталось рамку сделать, да? Ой, как я совсем сетушку у нас получается, да? Да. Так, что там Егор делает, Алиса? Что? Бабочка как голова. Да? Да. Так, Егор, видишь, он старается аккуратно как делать. Все, приклеивай, приклеивай. Ой, это что? А там потом подровняем, ножичком подрежем и все. Сверху приклеивай. Ну, ты видишь, у тебя было не до конца, не ровно. Ты ровно клей. Ой, мелкое такое. Ну ладно, делай дальше, там потом посмотрим, что. Алиса, выдави вот эту штуку, облако. Облако. Так, что вы сейчас делаете? Облака клеите? Да. Так, одно облако. Одно облако Алиса выдавила. Молодец. Сейчас Егор будет это облако приклеивать. Мне больше еще нравится Маша. Маша нравится? Да. Ну, сначала нужно фон сделать для Маши, а потом все остальное. Давай, что еще? Егор, говори, что Алисе еще выдавить надо. Выдави-ка, Алиса, вот елочку. Типа? О, какая красивая елочка, да? Ну, бумажка не нужна. Бумажка не нужна, да. Только грибочки.
Так вот, что у нас дальше? Что там еще? Давай соберем-ка они. Вот эту вот травку. Вот эту. Что там, травка, да, будет дальше? Да. О, какая травка красивая. Какого цвета травка? Зеленый. А по-русски? Не знаю. Зеленого. Как это ты не знаешь? Так, а куда эту травку? Вот. Нет, вот он. У нас еще травка. Сейчас надо подсунуть. Оп. Так, пока зелень у вас идет, да? Травка, да? Травка, по которой Маша будет ходить. Что, еще Алиса травку ищет, да? Ну давай, делай травку. Малыш, может травка будет, за мама травку. Угу. Так, еще там травка осталась, Алиса? Да. Давай еще травку. Аккуратненько, не порви. Так вот. Эй, я уже не порвала. Молодец. Я буквально осталась. Она чуть-чуть не порвалась. Ну, ты аккуратненько делай, чтобы она не порвалась. Ты чуть-чуть постаралась? Да, он чуть-чуть не порвался. Ну, молодец. Такая, походу, что ли, одинаковые? Ну, наверное, на рисунке они одинаковые. Малыш, еще один. Только один. Вот. Еще одна травка, да? Ну, давай ее вытаскивай. Или пусть Егор ее оторвет, а то там аккуратненько надо. Давай, Егор пускай оторвет, а ты будешь другое там делать потом. Киса смотрит, да? Алисина киса, пушинка смотрит, как вы делаете аппликации. Да? Катя говорила, это пушинка. Пушинка. Пушинка — хорошее имя для твоего котенка, да? Так. Так, что дальше делаете? Ну, давайте дальше там солнышко, наверное, сделайте. Так. Птичек там. Так, Алиса солнышко делает, да? Да. Давай. О, молодец! Так, Алиса сделала солнышко. Еще кружочек, так. А на кружочек потом? Вот, видишь, кружочек. Ну, это вы потом... А, на солнышко сначала кружочек нужно налепить. Какой? Розового кружочек цвета. Где розового цвета? Или красного цвета? Как бабочка. Только. Где красный цвет? Вон, где бабочку выбрали, там как раз кружочек. Так, а это вы на солнышко будете клеить, да? Да, так. Так, давай, Егор клеит на солнышко. Так, может... Ну, это уже клей на солнышко, а ротик и глазки ты потом приклеишь, как на картинке. Мне не помогает. Да, молодец. Красивая у вас аппликация получится, да? Эти штучки очень липучки? Да. Угу. Ну, делайте дальше. Так, а где же ее тут личико? Ну, с белого, вон, смотрите, вон они, точечки, и вон ротик. Дай. Алиса, дай мелкие детальки, пускай Егор сделает, потому что там нужно очень аккуратно, чтобы их не помять, да? Так, там у солнышка два глаз, так, глазки, да, и ротик. Так, а где глазки? Их тут много точечек.
Ну, бери точечки, если они одинаковые, значит, какая разница, какие. О, какое солнышко получилось с глазками. С глазом пока. Один глаз мангая желтый. Да. Да. Уже солнышко получилось. Да. Так, что там дальше делать? Ну что, птичка? Папа, Алиса не тоже мелкий. Тоже. Что вы там делаете? А, птичек? Да, да они... А, одна больше птичка, одна меньше? Да. Так, птичка одна получилась. Птичка другая получается. Сейчас Алиса будет помогать Егору что-то, да? Да. Давай, Егор, какие-нибудь... Маша не ходит по травкам, она ходит по дорожкам. По дорожкам? Да. Угу. Ну давай, Егор, какие-нибудь Алисе там дай задание, чтобы она какие-нибудь там более крупные детальки. Крупные? Ну да, чтобы она что-то крупное там тебе помогла сделать. Алиса, выдави вот это вот. Давай, елочку Алиса будет делать, да, по краям? Молодец. Оп, так, одна. Змея. Ага. Так, еще нужно. Так, не-не-не, вот это. Вот это вот. Так, а какая из них? Ой. Так, это получается вторая. Вообще так, а где тут у них вторая? Так, а ты клей сначала вот эту вот елочку, а потом по картинке там и наклеишь. Там же все видно. Так, все вот так вот сделай елочки, а потом сверху зеленый приклеишь, как на картинке же видно. Алиса, давай, отрывай Егору, да? Да, вот этот? Нет, не вот эти, а вон он тебе сейчас покажет. Так, сейчас, я думаю, это затем. Так, то вот этот куда? Вот это вот сюда вот? Ну смотри, да, если она подходит, то сюда. Так. Мне тоже нарисованы горшочки. У тебя тоже горошки, да? Да. Угу. Так, у меня не мало. Да, ну садись, помогай дальше делать. Вот это вот походу хочу тоже. Смотри. Так. Давай, помогай Егору. Yep. Молодец, это самая нижняя елочка, да, получается? Да. Я остальная буду сама день помогать. Угу. Вот еще елочку. Yep. Мы просто так делаем. Да? Еще одну, вот эту вот сверху. Yep. Молодец, Алиса. Еще вот эти штучки остались. Да? Да. Ну это Егор тебе скажет, и ты будешь их делать, да? Так, что у нас тут дальше идет? Вот эти. Дальше. Ну дальше там темно-зеленого цвета елочки. На вот. Них, да? Вот. Да, да, да. Ну это уже нравится видеть, как какая-то. Оп. Вот это. Надо посмотреть. Да я посмотрю. Да. Ты приблизительно по размерам смотри, они подходят. Не обязательно, чтобы они точь-в-точь были. Вот. Я хочу тоже. Давай, отрывай. А за сестру ты сейчас порвешь? Ты сейчас порвешь? Не
Давай, отрывай Алиса Егору еще. Маму. Я буду маму отрывать. Вот, молодец. Видишь? У Алисы даже быстрее получается отрывать, чем у Егора. Да, потому что мне были закреплены, а если могло бы там был папа порвать. Давай, отрывай. Давай еще. Ой, не ту стороной. Другую сторону. Молодец. Егор не успевает наклеивать, как Алиса отклеивает, да? Давай еще помогай. Еще, папа? Много раз легче. Папа, еще, папа? Я чуть-чуть погоню, поставай, чтобы... Конечно, чуть-чуть покурить, не постарайся. Я выклеила. Молодец. Еще, папа, надо? Да, там одна осталась, наверное, да? Да, там одна. Ты что вылипаешь? Вот она, Лиза. О, молодец. Все, зелененькие закончились эти, да? Ну-ка. Все, ее в сторону откладываем, потому что она нам больше не пригодится. Да? Так, что дальше, пожалуй? Белые будем. Что дальше? Там белые цветочки и руки у Маши. Да? А, и ножки у грибочков. Давай, Алис, цветочек. Вот это? Да. Сейчас будем делать ручку Маши. Еще попытаться? Ну, сейчас тебе Егор скажет, что он там делает. Одна ручка и другая ручка. Так, кстати, это что он сюда? Ой. Эта ручка какая-то большая. Может быть, вот сюда вот. Ну, смотри по размеру, да, чтобы она подходила. Так. Это другая ручка, да? Угу. Это еще одна ручка. Так. Что там еще? И еще. И еще что-то там сквозь сарафан белая штучка проходит, да? Ой, молодец, Алиса. Они липучки мягкие, как змеючки. Липучки, как змеючки? Да. Вот здорово. Это туфли. А это туфли? Да. Нет, подожди, туфли-то у Маши там красного и желтого цвета. Да. Да? Там белого цвета у вас остались еще цветочки и ножки у грибочка, да? Давай, делай цветочки. Егор сейчас будет цветочки приклеивать. Давай. О, самый большой цветочек. Да. Как цветочек называется? Ромашка. Ромашка. Ромашка, ромашка. Да? Да. Какая песенка про ромашку есть? Ромашка, ромашка, белый лепесток, волосы кудряшка, голос и глоток. Это из какого мультика? Моего. А как мультик называется-то? Барбоскины. Барбоскины. Ты любишь этот мультик смотреть? Я сама. Алиса любит про Барбоскинов мультик, да, смотреть? Ну, молодец. Так, еще один цветочек. Так. Теперь фиолетовые цветочки. Теперь фиолетовые цветочки делать. Так, вот они. Да. Два цветочка фиолетового там, да? Ой, молодец. Выдрала. Еще, пап? Ну, да, там еще один цветочек фиолетовый есть. Да. Слушай, его выклею. Получается? Получается. Получается? О, папа. Здорово. Так, цветочки сделали. Нет, еще не сделали. А, там еще желтые, да, посередине им надо делать. Да, вот. Желтые. А, сплелись, оп. Серединки цветочков, да, делать? Где? Ну вот, смотри, сейчас тебе Егор покажет. Вот эти вот четыре. А, посмотри-ка. Дальше я посмотрю, что тут. Вот так. Ну давай, собственно, сначала Маша плавает, поплазим, потому что... Ну, сейчас посмотрю вот так. Давай такие. Ты это одну научу, да? Я! Да. Вот, давай,
Ну, тут, Алиса, ты наверное можешь представить, что вот это. Вот тут, Алиса, я бы сошел немножко вообще. Оп. Папа, еще. Давай. Оп. Молодец. Еще. Угу. Так, и еще на один цветочек. Все. Так, все. Давайте, наверное, Машу теперь оденьте. Да. Платьишко, косынку, волосы там. Да? Мама! Давай платьишко. Вот так. Смотри. Нет, это, Егор, ты неправильно делаешь, потому что это на платьишко нужно будет. Сначала платьишко нужно одеть, да. Вот платьишко. Ой, Алиса, ты что-то много сильно оторвала. Или она тут все это получается? В общем, да. А, да, платьишко с косынкой общее. Да. Ничего себе, Алиса сделала. Постойте, а что вот это? Так, и посередине а там дыры. Ну это тоже отрывай, там же должно через белую пройти. Угу. И нужно было сначала, наверное, платьишко наклеить, а потом вот эту вот белую и руки. Потому что сейчас у вас может не получиться. Ну давай пробуй. Видишь, ты сейчас будешь на руки клеить. Ну смотри, получится, не получится. Пока не надо ничего отклеивать. Видишь, у Егора там сложная работа идет. Получилось? Да. Да. Вот. Хорошо. Только подправь с левой стороны вот лицо. Под... Там, где лицо, потому что там, смотри, голубое видно. А там должно быть желтое. Так, волосы Алиса, да, для Маши делает. Так. Ну, это Егор, да, это рвет. Вот где волосы, вот как на бутылке. По краю, по самому, чтобы там ничего не оставалось. Так, по краю косыночки веди. Все правильно, правильно, по краю косыночки веди. Все, и туда запрятывай под косыночку. Все, делайте корзиночку теперь. Нет. Я уже отклеила. Делай корзиночку теперь. Я сама. Пап. Молодец. Так, корзинка. Так вот. Что теперь? Черные полоски. Теперь полоски, да. Полоски и ручка там у корзинки. Полоска. Ручки, наверное, сначала у корзинки. А, ну что там Алиса у нас отклеит сначала, да, получается? Да. Пиу. С бумажкой она тоже. Бумажки? Ну давай еще что-то отклеивай, пока Егор будет делать эти полоски. А? Что? Ну тоже делай, полоски отклеивай. Вот эти? Да. Так, Егор уже одну полосочку сделал. А это, наверное, ручка у корзинки уже будет. Помощь как? Или нет? Ну-ка посмотри там. Нет, вот ручка у корзинки. Да, она самая длинная? Да. Ну, давай. Лёп. Банда. Кадик для ручки.
Смотри, что выклеила. Посмотри, что выклеила. Да, молодец. Все, я уже приготовила. Ну, молодец, давай дальше делай ручку в корзинке. Да вот лишнее уже, тут же птичек нету. Хорошо, что мы птичку уже сделали. А тут птичек. Ну, сейчас будет ручка в корзинке. И корзинка будет готова. И в корзинку грибы будем складывать, да? Так, давай дальше грибочки делай. Вот так? Да. Грибочки. Делай грибочки. Где? Ну ты делай пока туфельки, туфельки делай. А, это ножки у грибочков, да, Алиса? Так, вторая ножка у грибочка. Красные штучки. Это будут шляпки у грибочков, да? Как Кася говорит, у нас сердечки, да? Да, сердечки. Угу. Так, вторую тоже шляпку грибочка отрывай. И Егор будет делать грибочки. Ну да, правильно. Так, правильно. И вторую. Все, красные у вас все закончились. Теперь давай фиолетовые ягодки. Ягодки, Алиса, фиолетовые. Ой, где? Ну вот отсюда, да, да. Отсюда, отсюда фиолетовые. Или где ягодки? Одна ягодка вот тут. А, ну давай. А другая ягодка тут. Ой, не успевай даже. Ой. Так, Алиса, аккуратненько делай. Так, вторая, где ягодка будет? Егор, смотри, чтобы там потом на этой ягодке зеленое это сверху получилось. Так, и теперь зелененькие штучки на ягодке цеплять. А это что такое? Это непонятная штука. Пока ее приклею что-то. Так, Алиса, нам покажи все фиолетовые штучки. Причем фиолетовые вы будете делать еще ножки у Алисы. Да. Ой, у Маши. Да. И на ягодке теперь зеленые эти. Так, зеленые у нас тоже уже заканчиваются. И белые полосочки. Это Виктория, наверное, будет, да? Земляника. Так. Так. Где? Где, папа? Белые точечки. А, вот. Да. Вот. Тут она упала. Ну, ничего страшного. Белые точечки делайте теперь. Еще. Еще белые точечки. Да, там можно не смотреть. Как сделаешь, так сделаешь. Какая разница. По три точечки главное, чтобы было. И что у вас останется? Полосочка на платье у Алисы и ножки. Да? Не у Алисы, а у Маши. Ой, у Маши. Я забыл, что вы Машу делаете. Алиса делает Машу, да? Алиса любит смотреть мультик «Маша и медведь»? Да. Да? А кто тебе больше в этом мультике нравится? Маша. Маша? Да. А кто там еще есть в этом мультике? Какие герои? Миша. Миша? Да. Медведь? А еще? Зайчик. Зайчик. А еще? Белочка. Белочка. А еще? Волк. Волки. Волк. Два волка там есть, да? Да. И волки-проказники там, да? Да. А еще? У Маши... Ежик. Ежик. А у Маши рядом с Машиным домом кто живет во дворе? Да. Кто там еще живет? Не знаю. Собачка, поросенок и... Да, и еще козленок. И козленок, да? Так, что там?
Давайте теперь тапочки Алисе делать. Алисе, Маш! Да, Маш, елки-палки, я все забываю. Делайте Маше тапочки. Желтые. Нет, тапочки розовые, а желтые полосочки будут. А, ну давай желтую полосочку на платье. Вы сейчас желтую полосочку. Аккуратненько, Алиса. Молодец. И, Алиса, ищи тапочки, где у это для Маши. Вот. Розовые, розовые тапочки. А потом желтые полосочки будут на тапочках. Вот. Ну где же они? Где тапочки? Вот так. Так. Папа, где тапки? Тапочки я спроси у Егора. Нет, где тапки? Так посмотрим. Розовые должны быть тапочки. Да. А где еще должна быть вот такая? А вот они, тапочки, как раз вы их уже выкинули почему-то. Склеились? Да. Лёп. Еще чуть-чуть осталось. Алиса, подожди, это бабочку там нужно будет украшать. Постой, я ничего не выдавай, не выдавай, не выдавай. Все положи. Вот так вот. Что теперь? Опять желтый. Сейчас вот идет папа. Так, желтый. Сейчас вот идет папа, полосочки маленькие. Да, 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 вот этот. Так, с фиолетом вы уже все, да? А, или там еще на бабочку фиолетовой нужно будет. Да. И еще одна. Как змея. Угу. Так, и на бабочку желтую отрывай. Вот эти штучки. Вот эти? Да. Так, вот это вот. Это какая машинка? Вот это. Украшаем бабочку. А и фиолетовая у вас еще посередине бабочка должна быть. Как? Вот это? Да, там что-то посередине еще. Не-не-не. А, ну подожди, Алиса, сначала желтенькие. Ну, я не знаю, я, Егор тебе сейчас покажет, что делать. Егор, показывай, что там Алисе делать. Да, Алис, вот тут вот иду. Алиса, с чем ты на стол приклеиваешь? Еще такую же точно отрывай. Так. Так. Еще кого? И еще вот эти вот, да. Да, что? Да вот, Алиса тебе уже делает. Оп. Так. Не-не, смысл сначала, что вот эту вот. Неправильно вы сделали. Ну, найди эту. Ну, вот эту мы неправильно приклеили. Потому что кто-то хочет, чтобы все было побыстрее. Нет, это не надо, посмотрим. Так, а это посередине, да, серединка у бабочки? Ну все, Алиса, не приклеивай обратно, отдавай Егору. Егор сейчас это приклеит все. Ой, ой, два, а не два. Да. Сейчас. И фиолетовые теперь. Фиолетовые теперь, да, остались. Так, что? Где? Ободки на бабочку, да? Где? Или все? Господи, а что вот это такое? Да, это лишнее, наверное. Вот, посмотрите, фиолетовые ободки на бабочку остались. Не ободки, а пупырышки. Так, лишние. Так, тут уже. Вот. Вот, да. Алиса, садись. На. Так, так. А папа стоит, дай мне, не папа смотрит. Дай. Так, это какая?
Да там какая разница, Егор? Одинаковые делай. Еще надо. Еще надо. На-на-на. Так. Какие-то они липучки. Ну так они, конечно, липучки, потому что вы же клеите их. На бабочку. Оп. Так. Алиса быстрее Егора успевает. Да. Я быстрее Егора. Ладно, что отклеивать очень легко. Отклеивать пока что посмотрим. И последнюю Алиса делает детальку. И картинка у нас готова, получается, да? Вроде да. Ну, куда же? Егор, помоги Алисе отклеить последний. Это сама отклеит. Молодец. Все. Ну и что? Мы сегодня закончили по цветок. Цветок? Да. Бабочку закончили. Ну что, получилась готовая картинка «Маша и медведь»? Да. Давайте показывайте ее сюда. Так, не видно. Ой, ой, какая красивая картинка получилась. Маша и медведь. Замечательную аппликацию сделали Егор и Алиса. Ну что, прощаемся со всеми. Говорим пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.